Чё, как там контракты эти ебаные? 3 дня на острове бегал, делал квесты, а контракты еще не делал. Ты что, дурной? Ты остров... Ну, держу тебя в курсе, короче, с квестов на острове ты получаешь в районе 14 баджей, а с контрактов 24. То есть ты еще кучу времени проебал. Решил на твинка себе платить, понаделать приколю. Ну я вот сейчас буду на друида делать, потом еще на кого-нибудь. Че, куда бежать? Да подожди, блядь, дай хила найти. А, ну пойду пофармлю что-нибудь. Чё ты пойдешь пофармишь? Я А в только натуре зашел. после погнали это, народ поебашим. Пока что, пока набираем. Меня там какие-то пидоры пиздили возле блока Е. Короче, где... Как он называется? Сейчас скажу. Они украдут наше имущество. Там какой-то лок ебаный меня отпиздил. Лок! Да. Интересно стало. Сейчас я портанусь туда. На халун какой-то такой ник, или это пет его, блядь. Ну пошли, сейчас я обниму. Я вообще этот квест не делал, я пропускал его, и 10 игроков убить тоже не делал. А Ну, ну-ка. 10 игроков, да, это дрочь такая еще. Так, ну я вижу здесь только приста, блядь. Ну, Северный Лотос, имбище. В общем, мы его... Нам сложно его будет увидеть. Кого? Разъебись. Так, все. Тогда получается, начинаем с цунами. Где он? Заныгай. Понял, не начинаем. Пошли сюда, тут объясни, как вот этот они имущество, вот это как делать. Они украли наше имущество. Прочитай цель задания. Кварталов разрушено 2, культист сумеречного молота убито 2 из 10. Ну вот они, смотри, сумеречный убийца, ебать, все. Теперь заходишь, вот тебе еще, типа. И вот они, порталы. Тут лох какой-то был, меня взял, отпиздил, блядь. Смотри, вот порталы. Тебе дали квестовый итем, по типу, там, бомбочки какой-нибудь. Просто подходишь, ебашишь. Портал. Ага, о, нихуя. Угу. Блядь, изи оказывается. Что ФКТ, Костя? Что такое ФКТ? Может, что? Договори ты, Дискорд, замахал, кстати. Все свои. А у тебя права нету? Террорист. Бля, я что-то пропускал, думал, сложный квест, бля, из-за того, что тут людей дохуя было. Во. А я, прикинь, а я все время, кажется, разговаривал. Да? Я думаю, что с микрофоном не так, так нажал, так нажал. Вот это, что ли, чернокнижник? Нет, тут какой-то Может быть, палец. я хуй знает, это лог? Да, вот. Давай на всякий случай, я хуй знает, может дать ему пизды? Мне такая политика нравится. Ля какой, меня что мам ебать теперь. Нихуя себе. Больно, блядь. Тут еще и котяра. А, они тут пачки еще так человек, блядь.
Все, Войт, ты будешь в хиле. Давай, давай, Войт, хилься. Сейчас заебашим. Сука. Догнал, блядь. Чуть-чуть осталось. И не догорит, тварь, да? Сука, жалко. Это меня пофалил. Цунамилья. А ты контракты все взял? Вот. Да, 6 штук взял. Все, ладно, резаемся сейчас, блядь, где-нибудь ебашим от них. Вот 6 штук, блядь, или 5 человек тут. Нахуй. Так что, что нами придумано? О, крокодилы, ни хуя. Мне их надо. Ты серьезно до сих пор? Блять. Я только, блядь, переоделся. Ебаная ты залупа. Слышь? Сука. Ой, ты до сих пор бегаешь без этого, блядь. Да. У меня 4 пса, что ты хочешь? Где тебе ебнуть, пусть? Да вот тут, я только переодевался и все. Триню снял, блять, он влетел. Что ты хочешь сказать, я хилю, что ли? Да. Еба. У тебя же есть спекер, друг, я точно знаю. Ну да. У тебя все спеки есть. Я вот решил тебя послушать, сделал твинка, сделал, бля, кота, нахуй. Бля, интересно, кстати, очень за ним играть. Вы там уже у босса все? Нет, Костика ждем, он ресается. Пока крокодилов отпизжу. О, вот он. Да, вот этот. Блядь, у меня ничего нет. Я спикнул. Очень плохо. Выйди с инвиза. Да. Метринки тут нету. Вот скользание прожми, я не знаю. Да я прожал, не волнуйся. Один хуй. Че, интересно, не... нет. Ай, но пораньше! Я ж друид, ёпта, я тебе рез смог. 2 минуты чила. Я думал, обнули. Войт, как же этого есть? Кто есть? Бля, когда ты 24 уже залутать? Блядь, сука. Ну в каре, блядь. Ну я понимаю, когда? Ну и в десятку ходил. Так, я не знаю, я просто пятую неделю собираю, я голову в глаза не видел. Мне голову на лок осталось сделать, и все. Кто там жует, ебать? Я по токенам. Я по токенам же собираю. Типа с пугами. Блять, вчера, по-моему, нет, позавчера.
Пошли, блядь, в девятером нахуй закрыли гнева с одним хилом нахуй. И с танком 213, прикинь, блядь. Ой, его пиздец. Вон вис сразу, Костик, вон вис. Я не поздно увидел, нормально. Все, блядь, поехали. Вот, все, погнали, пацаны. Блядь, а как? Подожди, надо спекнуться. Ну, спекнись. Блядь, тут пидор меня пиздит какой-то. Ну, пизди его в ответ, чё-то. Не достаю. А чё, его всем убить можно или чё? Всё. То есть его отпиздят, блядь, что я не понимаю, блядь. Не, ну так, пати собираются на контракты. Не только ж мы по контрактам идем. Ну, типа, сейчас мы его пиздить будем. Нам засчитается? Да. Нет. Нет. А, надо ждать? Надо. Да, он быстро ресается, там, минуты буквально. Давайте, я так пойду. А чё, как нам начать бить его, типа? Ну, сейчас он резнется и просто бьем. Все. Ты хилишь. Ну, подойди ты сюда, к нам. Ну, к нам подойди. Ты стоишь в олене. Да зачем в инвизе? Я боюсь, вдруг отпиздят. Да кто тебя отпиздит? Нас тут пятеро. Вот. Все. Нихуя. Чё он меня пиздит? Бля, где у него спина его? Ты сам не понял. Да походу нехуй хилит. Чё это за тело красное? Сокобар какой-то, соконат. Да, ну просто стоит человек. О, там пиздятся челики. Только не забывай лутать босса. Самое главное. О, лутанул? Да. Да. Теперь идем на крокодила. Вот, блядь. Там кто-то остался. Это я остался. И вони на себя метку. ДК остался еще. Где-то. По-моему, куда-то по этим-то другим путем пошел. Челюсть, да, вот это? Да-да-да. Да, пачка это заебись бегать, хил есть. А ты ни на ком еще остров не фармил? Не, я же говорю, 3 дня побегал, но я по 10, по 11 баджиков в день делал. Mm.
Какой тут самый опасный этот босс? Последний. Вот мы сейчас к нему пойдем. Видите, вот последний пойдем, он самый опасный. Там очень много дамага придется хилить. Лутануть же надо. Да. Следующий как называется? Агамот буйный. Это заебало. Ой-ой-ой. Чуть не умер. Так. Все, дальше на другой стороне. Блять, сколько тут травы, пиздец. Ну, тут уже пати стоит. Рез и всё, беги. Можно на следующего побежать, колосс? Не-не-не. Только ты там аккуратнее лезь, подальше отойди, чтобы тебя мог не ёбнуть. Ах, я в инвиз ушёл. На пауке мы сейчас после колосса на паука, на пауке надо абсорбить, слышишь? Я думаю, что абсорбить умею. Там яда. Не спалить? Ну да. Не забываем лутать. Ой, блядь. Вот туда нахуй. Сейчас кто? Нам класс. Вон он, да. Это босс, типа? Это мини-босс, на него тоже баджики даются. Ну, у кого квест есть, соответственно.
А, его просто засчитывают. Да, и вон так. Мне пиздец. Все, теперь на паука идем, вот на паука. Шадрас. Пизданите, а, все. А, все, надо. Дает. Сука, места нету. Ну, удали что-нибудь. Ебать. Все пауки будут притягивать, просто беги дальше. Следующий кто? Следующих Хэттинов бьем около ласта. Последний это Тайфун оскверненный. Давай, садись на тачку, ты погнал. Я на тачке еду. Детали какие-то, блядь. Не, это уже сам сделаешь. Тайфун, да? Бля, прикольно. Это сколько мы сделали квестов уже? Четыре? Нет, больше. За каждый по 4 баджа, да? За каждого? А, нет. Да, по 4. 5 боссов мы убили, за каждого по 4 баджа. Да. Сейчас 6-го идем бить. Так. Эктины все. Не, еще 2 эктина. А, блять. Ну давай, щелкаем. Ух ты. Вон еще один. Торопимся. Так, что тут пиздец, да, будет? Ну, здесь очень сильно прохил нужен. Мы готовься. У меня кольца так хуёвые нарду. О, ты уже это убивал? Погибель? Да. Татьяна развернула его. Убить мог. Я, ну, правда, не понимаю. Похуй, ладно, били. Успеешь. Я-то не могу бить, то еще где-то ты. Ты вообще ваншотнула. Они здесь читают, наверное. Что-то, блядь, там квесты там надо брать. Ты дамаг внес, поэтому все забей. Окей.
Все, да, заебись. Да. Так, что надо? Что, ничего, задавать квесты, брат. Не-не-не, это я сам собой. Бля, ну так-то заебись, вот так пачку собирать каждый раз. А потом эти доделывать. Блядь, ну если не на одного перса, если на двух, то вообще пиздец. Да тут все голды нормально дают. Ну чё, киль для нас? Да, ну киль для нас, пацан. Пётр, давай. Блядь, меня уёбок бьёт какой-то. Вот, мне тоже какой-то карака. Пидор какой-то запиздил. Уёбок ебаный. Вот говно, да? Ну, бля, пиздец. Хоть советую под инвизом идти. Да хули дерево худое, сейчас я, блядь, в мишку спекну. Пиздец, просто... А здесь просто нас на острове ненавидят. Ты ренегатов? Нет, гильдию нашу. А, нихуя. А чего, не понял? Потому что Never, Don't, Rose собирают пачку на ганг острова. Когда? Ну вот, и из-за того, что наша гильда гангает остров, как тварь Роуза, мы это, нас не любят тут. Бля, ну я два северных лотоса полутал, блядь. Сейчас? Да? Козёл. Так, северный лотос, они по 50 голды стоят. А, северный лотос, я думал, это игра. Короче, ты меня понял. Костик, сколько у тебя монеток уже накоплено? Каких монет? Жули. Две. Не, я, у меня уже по 7 на лодке и на друиде. А, ты покупаешь их за 150 на Кильденасе? Да. Бля, точно, ебать, я забыл. Я забыл про эту фишку. Ну, я точно не помню, просто знал, они 300 стоили. Да, они же 300 стоили, сейчас 150 стоит вообще шамбар. Там, то чуть попозже они по сотке будут. По соточке. Так, проверяем, сколько дали. 26. Ну, шикарно. Ну да. 26. Кольцо стоит 300. 300 разделить на 26 равняется... 11 дней с половиной кольцо. У меня 28. Блять, нихуя, надо всегда эту хуйню делать. Просто за день сделали столько же, сколько ты за 3. Я в день по... У меня первый день 11 или 12 получилось. А потом я не помню, 11 первый день. И второй день тоже 11. Короче, за 3 дня у меня 35 было. Ну, не знаю, как-то на локе незаметно это все не сделал. Просто каждый день заходил, там 30 минут буквально сидел. И все. Покурить, да.
Ну давай, возьми квест и иди. Я этот колосс пиздил просто так, от этого скелета ебаного. Просто да? Так, ну, в мишке. Ну, так долго, а тут бы 5 тел залетели, просто снесли его. Ну да, заебись. Так, еще может поставки купить. Что нас хейтит тут печальный, конечно, блядь. Оружие это мало, это за пределы делается, да, вроде? Там да, да. Два квеста. Вот но. Продолжаем, по-моему, это тут. Оружие. Ну, продолжаем тут, да. Это мало придумал. Да, не все квесты я взял. Тут вроде бы должно быть сколько квестов? 11, нет? 11, включая монет. Угу. То я уже забыл. Вроде все, блин. Весь народу вообще как-то немного, ты видишь, да? Вообще практически. Ну так, маловато, да. Не то, что... Да вообще... В народе вообще пиздец, там люди... Ну... Так, что-то я не взял. А, все, понял. Угу. Так. Я вроде все взял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да. А желтый квест брать при помощи захоченного светлина пронесет портал рассвета пучка. Это на запределье. Мы его... А, не-не-не. Погнали сразу. Все, в тебе взял? Да. Так, дай я на заметочку поставлю. Так, давай. Все, бафну. Бафну. Архилис. И нарзалью. Все, погнали. А, ну можно прямо здесь начинать. А. А я уже не помню, что я тут. А, во. Нам двоем же засчитает, понимаешь? Да. Смотри, куст кровяники. Давай я сначала соберу, а потом... Или давай ты сначала собирай. Я ж травник, у меня это все подображает. А чё ты их не бьёшь, они тебе нужны, алло? Так, смотри, вот там вот два куста кровяники. Смотри, первый вот он. Ну, вижу, вижу. Второй вот он. Ну, он там, кстати, этот робот. Да. Я тебе говорю, здесь быстро все будет, потому что никого нет. Ну да. Это не как тогда, блядь. Это не так, как на X3, блядь. Здесь, в принципе, можно и ПВЕшным бегать даже, не заморачиваться. Да, ну, не. Да. Лучше ПВЕ бегать. Ай, ПВП.
Собирай. Угу. Так, сколько тебе еще клювеники? Одна, еще одна. Вон, видишь, куда я смотрю сейчас? Вот туда пробеги, там их две есть. Так, а клочков маны у тебя сколько? Три. Три, надо еще одну. Нихуя, я на мини взорвался на какой-то, ебать. Ну какой, а, это ты... Детали запчасти... собирал, ну. Пиздец, ебать. Какой... Да. Так и должно быть, да, типа? Да-да-да. Там, типа, три разных эффекта. Первый — это ни хрена не происходит, второй — это вызываются крысы, а третий — это вот взрывается, чуть-чуть тех хп снимает. Ебануться. Ты кривеник собрал? Одна штука вроде бы, да, одна штука. Видишь. Клочки маны надо? Да. Вот, я бью. Кость. Я тоже бью. Так, тут, один тут крыса нахуй на дерево залез, да, ебать. Это нормально, просто отойти надо. Ну. Да, ну и придумали, конечно. Блин, не выпадает что-то. А сколько их надо? 8 же, нет? 4 надо. А, 4 все, значит, мне 4 все круто. Так, мне надо еще две кровеники, сейчас подожди, по пасту найду. Вот, там одну, и вот там вторая, все. У меня такое ощущение, что все меня отпиздить хотят тут. Да. А так оно и есть, вот я говорю. Так, все, кровеника все. Пошли стрелков, рыцари и так далее. Да, пачку большую соберу. Давай. Под этим, под ускользанием. Там внутрь, внутрь. Да я просто соберу медведя, прыгнул. А ты веером зальешь. Все, это триксы на меня. Блин, я это... Медведь, о, нашел. Разольем по фастику. Так, здесь сразу портал настрой, там кристалл звездочек, так далее. Так, что нам? Два призывателя, три рыцаря, один стрелок. Все, подожди, надо отхилиться. Призыватель. Вон стрелки, типа. И рыцарь прибежал. Угу. Так, на стрелки все в поведении. Угу. Остались. Призыватель и рыцарь. Вон два рыцаря. Один призыватель, два рыцаря. Вон два рыцаря. А духов этих убивать сначала надо? Да, их сначала убиваешь, и потом уже... Крестом и там. Да. Убиваешь квесты, там все зачитывается.
Сразу скажу, на как они там, там гидра, какие-то маги, короче, такие ходят. На них лучше не лезть. Нам их не надо слышать. Матросы. Да, они сами залезут. Вон призыватели стоят. Все. Да. Теперь так, кристалл. Кристалл это просто найти. Вот, вот, куда пошел. О, можно пока, слышь, портал быстро изучить. Только чем? Я же не помню. Тем же, да? Да. А, да-да. Пока нету, пока они все забрали. Повезло. Заебись. Так, портал. Нихуя, мне тип пати дал, мы делаем вместе. Ну, такое тоже бывает, чё. Так, эмиссара вон убили, слышь? Эмиссара убили. Ай. Залутать? Не залутал. Просто трепковая. Слушай, сейчас тебя засчитается. Засчитал? Да. Да. Да, три демона осталось убить. Ага. Куда он побежал, блядь? Вон, стой, стой, не бей, не бей, не бей, не бей. Я последний сбиваю. Все, пошли отсюда. Так, пошли завязаем. Вот мой кристалл. Все. Теперь наги остались. И полететь. Угу. Корабли, корабли, наги. Да я тебе говорю, здесь быстро все очень делается. Да, что-то очень быстро. Вон, налево там много. Не бей никого здесь, это как мирный остров считается, блядь. Ну я такой, класс такой. Короче, я понял, если никого не пиздить здесь, тебя тоже пиздить не будут, да? Ну, не всегда это работает. Не факт, да. Есть пидоры, короче, понятно. Ну, есть говноеды, да. Большинство нормальных, но говноеды найдутся. Так надо каждый сам за себя поставить, блять, хочет очень. Ты помнишь, тебе надо три здоровых, три воина убить, чтобы тебе там это дали. Тут поводу сбегает. А, не, нога. Чё-то несколько хп.
Где они дали ключ? Так, вот туда. Вот здесь портал. Угу. Так, он там нахер хера. Вот пришел там. Надо война. Так, я вроде по ключам все. Нет, еще один надо. Так, по ключам теперь все. Сейчас сколько еще ключей надо? Слышь, Кость? А, да-да. Сколько ключей еще надо? Все, ключи все. Все, давайте, эти маленьких придурочных надо отослать. Давай ко мне. Да, у меня 4 штуки целых пей. Добей. Да? Можно не бить это, да. Но у меня еще 2. Ну вон, тем более. Ну давай. Так, я сейчас кину. Давай. Где тут? Вот сюда, к примеру. Так, 3. 3 штуки, хорошо. И сюда еще 2. Так, угу. Вон там теперь. Давай я кидаю. Да, я кину. На 2 получится только. Туда. И вон там. Во, сюда. И вот туда. Кидай. Все. Так, все, остались, получается, легкие, самые легкие квесты остались. Да? Ну что-то очень быстро, правда. Ну я тебе сказал, что минут 10-15. Не больше. Пишет. Хорошо. Так, летим сначала. Короче, на нужное. Подожди, только меня надо. Ну, на раз, два, три как-то, да. Два квесты там осталось таких, это вот волшебные заряды и горючее масло. Да-да. Так, летим сейчас на нижнюю. Раз, два, три. Блять. Так это... Это взрывать горячее масло. По этим надо, по мачтам ебашить. Ну, я кровопускание выкинул. Все. И последний там. Сейчас так же, я в мишку. Так же? Ну, да, да. Спринтами, на пул мне даешь, под спринтами бежишь, всех собираешь и забиваешь. Окей. Давай, на пул, да? Еще одного надо. Нет. А, все? Давай его уже попасться в лес.
Блять, их там брать надо. Это что, голда, блять. Не понял. Что? Я рассветного охотника не поджёг. Да, минут, подожди. Перелетаю. У меня какой-то квест остался. Я, блядь, два моба пропустил, сука. Какой квест? Головорез, бывалый стрелок. Это вот это по бокам от центральной локации, да? Это вот помнишь, там где между медведем и такой непонятной херней вот босса били? Там еще командира. Ну, короче, вот в центре самый квадратик, и там слева и справа. Да. Учти, они очень больно бьют. Ну да, я видел. И часто резаются. Хорошо, что я медведь. Да. А это шея какая? Шея 213. Но лучше нее все равно нет. Так, на счет 3 на верхнюю. Раз, ага. 2, 3. Так, ну что, типа, потом куда? Может, в этот Вульдор десятку сходим? А вот куда же, не? У нас на 25-ку куда, на десятку снор. Можно. А у меня Кара у тебя куда, да? На Кара у меня у Лока куда, у Друида нет. Вот этих синих больших. Угу. И потрачу еще заливать вот так. Залечи, говорят, вот такие высокие, понял? Еще надо. Да, блядь. Успеем вместе. Все. Да, уже не стреляет. Все, да? Да. Четко. Все, мы все сделали. Да? Пойду покурю. Короче, давай я отойду. Да. На 2 минуты дать. Эй, блядь.
На месте? Я не буду. Я в своей жизни увидел... Блин, ну ошалеть. Сейчас вот покурил, аж ноги отказали. Кайфанул. Красиво куришь, брат. Ну все, с отрывом мы сегодня закончили. 18 баджи и почетного знака расколотого солнца. И 28 баджи и полгорода. Ну вот, это... Ну, быстро. Вот где-то один из 100... Ну ладно. Пошли погангаем, может, кого-нибудь? Что, хочешь погангать? Ну да. Между этим, между... Не, на Кильдонасе, не. А на Кильдонасе нет никого, брат. Ну, я говорю, на Кильдонасе. На полгороде. Да, давай. Давай, сейчас я только скакнуться надо. И мне еще очень везет ролять Елену. Блин, вообще кайф. Как первый раз покурил. Вот почему я так лет не могу стать менталистом брать. Мне надо его, чтобы он побыстрее отчекрился, чтобы вроде... Он что, на книжечек на пол хп? Этой стратегии в том, что ты... И сейчас надо, давай в клаке потренимся немного и вот на Толгар придет. На что трениться? А я ни хера не помню. 59. Вот это слово совсем ни хера не помню. Наверное, поставки надо купить. Зачем? Поплатформить еще. Еще 7 монет. Чтоб это как его. Я не могу нарадоваться. А, все, я, наверное, все сдал. Я в щи. 12 у тебя или сколько? Ну, так как я монетки еще брал. Да, да, да. Сейчас оформлю тебе номер. Нет, это реально, это самая долгая фановая стратегия. Вот, еще что я сюда не вставил. Так, Борскин. Где Борскин? Борскин. Где он, блядь? В балансе, да, в балансе. В два Борскин. Потом надо... Целение сюда, лопануть целительное прикосновение. Вестье надо лопануть смерч. И СР, СР. Да, это так, это... Так, понятно. Так. Все отлично. Здесь у нас тоже все хорошо вроде. Рыб только убрать нахуй надо. Так, трёп. Видос выключи. Ой, блядь, про него забыл. Так, трёпка. Где трёпка? Размах медведь. Вот она, трёпка, размах медведь. Значит, вот так всё. Вот это нахуй. Туда восстановление. 10 как голды. Было 9. С чем-то. Косарь с этого всего набрали. Угу. Так, и омоложение. Омоложение, восстановление. Правительство природы. И жизнецвет. Ну-ка, а сколько кулаков стоит? Так. Давай, седые холмы, я, в принципе... Колокол 1500. Ну, я говорю. Кайф. Повезло. Типа раз в день, помимо баджи, помимо того, что ты себе шмотку фармишь, у тебя пассивный доход в косарь голды. Да, это круто. Кстати, сегодня еще РБК, наверное, не сходили, да? Да. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, гробницы.
Сетехские узилища. Там мы бастион закрыли, еще что-то, да? Бастион надо закрыли полностью. Где? Ты где? На седые. Вот. Подожди. О, тут свитки вот эти сильные получаются, которые рецепты начертания опять. Что-то какие? 45 силы на 30 минут это или хуйня это? Выносливость. А, которые вы попадаете, типа, как свиток интеллекта? Да, да, да. Вот с наложения чар покупается рецепт охрененный. Я себе налог один уже выучил. Там масло это на грудь. Вот у меня налог есть она уже. Слышь, Кость, знаешь, какой у меня ДПС в рекаменте показывает сейчас? У меня 116 436, у тебя 107 730. Это УВС. Или может БГ порегаем? Я в РБК не очень хочу. БГ? Да. Ну можно БГ. БГ пофиг. Иди сюда. Да, подожди. А уже действует довольно мощно заклинание тебя. Ты мне дар дикой природы хотел дать, что ли? Нет, там просто... Так, кстати, я собрал этот алицит. Алицит мне нужен, нет? Нужен, кстати. Нужен, да. На хосту. Не, ну типа, если голда надо, лучше продавай. Да мне пока не надо, у меня 10 тысяч, нормально. Ну, надо профу вкачать какую-то, я не знаю. А что у тебя из проф есть? У меня есть проф выплавка, фулл инженерка, фулл парнага, 420 сколько надо. Вот у меня последняя, но последняя я тебе